Эту будущего года по всей России должен заработать народный инспектор. Мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут самостоятельно фиксировать нарушения правил дорожного движения, а нарушителям будет приходить штраф. Нест, каждый, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Приложение «Народный инспектор» будет разработано на базе уже действующего. Открываем приложение «Добродел». Нас интересует народный инспектор. Сразу, соответственно, у нас геотег присваивается, адресные координаты, включается видео. На видео сразу есть пометка «Госномер» и «Состав нарушения». Видео достаточно около 10-15 секунд. Обойти машину по кругу, снять номер спереди и сзади. Полномочия общероссийского народного инспектора будут шире. Предполагается, что через новое приложение можно будет фиксировать не только статичные нарушения, когда автомобиль стоит, но и динамичные в процессе движения. В списке около 15 видов нарушений. Например, штрафы за 500, разворот или движение задним ходом, несоблюдение разметки или требований знаков, несоблюдение требования уступить дорогу. Штрафы за 1000, проезд на красный, поворот налево или разворот в нарушении разметки. От 1500 до 2500, если не уступил дорогу пешеходу. От 1500 до 3000 за проезд или остановку на полосе для общественного транспорта. И самые дорогие – штрафы за 5000, выезд на встречную или на железнодорожный переезд. Аутентичность видео можно гарантировать, если съемка ведется внутри самого приложения, а не загружается ни с телефона, ни с любого другого устройства. В идеале система должна работать так. Открываем приложение, фиксируем нарушение на видео, например, проезд на красный. Через приложение отправляем материал с геолокацией и указанием точного времени. После данные будут проверены, и на основании проверки принято решение о штрафе для собственника транспортного средства. В общем, вот все эти законодательные нюансы должны быть проработаны до 1 июня 2022 года.